Добрый вечер, дорогие мои подписчики. В данном видео я сегодня вам покажу, как поставить орхидею на колбу. На самом деле существует множество вариантов, но я вам покажу самые основные, которыми я пользуюсь уже 8 лет. Берем колбу, наливаем воду, вставляем помпу и немножко вверху мы подрезаем либо ножницы, либо секатор, что у нас есть под руками. Делаем надрез под орхидеей и вставляем ее в колбу. Это самый быстрый и оптимальный вариант. Есть, конечно же, второй вариант, который используют многие флористы. Также мы наливаем в колбу воду, закрываем ее колбой, пимпой, делаем надрез, вставляем также орхидею и тейпируем ее лентой. Это для того, чтобы у нас вода не убежала. Но когда мы делаем такие композиции, например, коробка из орхидей, заказчику не будет возможности вставить... поднять орхидею и налить туда воду, потому что она будет полностью вся затейпирована. Я, конечно же, за первый вариант. А будут у меня еще видео, где я покажу 3-4 вариации того, как, в принципе, еще могут вставляться орхидеи в колбу.